государственной власти зависит реформа, а от местных органов власти. У меня, например, возникает вопрос, почему на уровне Киева Кличко четко заявляет о том, что будет делать все для того, чтобы квартплата не повышалась, но в ряде других городов Донецкой области квартплата повышается в несколько раз. Почему, например, тот же Киев выделяет сейчас несколько миллионов на реформу ЖКХ, где будет ставить счетчики и утеплять дома, а в Донецке в этом отношении, в Донецкой области, я имею в виду, не на оккупированных территориях, совершенно ничего не делается. Поэтому только реформы и единый фронт реформ. И в отношении Донецка нужно делать срочно перевыборы, поскольку там сплошь и рядом находятся сепаратисты, которые являются, по сути, предателями Украины и пособниками, общими пособниками. Там добрая половина этих самых, они не предатели, они просто вообще с другой стороны пришли. Нет, я сейчас говорю о той территории, которая под Украиной, я сейчас говорю о Красноармейске, я сейчас говорю о Доброполе, я сейчас говорю о Дружковке. Поэтому реформа, которая будет захватывать общий фронт власти,